классов, я так понимаю, где, Даш, скажи еще раз. На минус первом этаже. Конечно, ну цветной сейчас. Сейчас. Я не являюсь поклонницей акций «Пусть сирает» и не считаю, что то, что они сделали в храме, было правильно. Я считаю, что это оскорбило чувства многих людей, может быть, не мои личные чувства, но они оскорбили чувства многих людей. Но то наказание, которое они сейчас отбывают, явно не соответствует их преступлению. Все вопросы, почему Катя Добрякова решила поиграть с выражением «икона стиля», я думаю, лучше задать самой Кате Добряковой. Вы знаете, в нашем журнале, что я могу гарантировать точно, нет никакой цензуры, и каждый креативит так, как считает нужным. Я считаю, что она не в образе Богородицы, а она представлена, скорее всего, как вот именно икона стиля какого-то, потому что для меня она на самом деле таковой является.